Если вы спросите любителя танцевального искусства, где можно увидеть настоящий современный эстрадный танец, он вам не задумываясь скажет: смотрите Владимира Субарина и его танцевальную машину. Более 10 лет назад, создавая свой ансамбль, Владимир рассчитывал на его популярность. Ведь в его программах используются как самые современные ритмы, так и классические и народные. В его работах постоянно сочетаются спорт и танец. Их динамика и экспрессия вполне соответствуют современному ритму жизни. Сегодня у нас в гостях Владимир Субарин. Володь, здравствуй. Привет, Сергей, привет, очень рад тебя видеть. Володь, когда мы последний раз виделись, брейк-данс судили, да, в Туле, да? Да. Володь, сразу вопрос. Вот чтобы исполнять сложные трюки или какие-то прыжки, нужно, наверное, какую-то специальную подготовку? Ну вот, пожалуйста, Лиля, танцовщица, она закончила училище, ну не хореографическое, в полном смысле этого слова, но культ просвета. Лиля! А что, она спортсменка? Она спортсменка, да. Девушка с веслом, весло потеряла. Сейчас она покажет свое, то, что она умеет. Вот, пожалуйста, ты можешь подойти к ней, познакомиться. А представь себе, что она этого не хочет. Мы делаем такой детективный балетец. Да. Внимание. Ну вот и все. Прилично. И вот так у меня каждая вторая. Вечером спокойно ходят по городу. Что ты нам сегодня споешь? В курсе. Дело в том, что, уважаемые телезрители, что заслуженный артист РСФСР, танцор Владимир Субарин, к тому же еще и поет. За поворотом у дерева старая колея. Как же ты мне не поверила, как же тебе верил я. Как же мы так не доверили нашим горячим губам. Как же мы так не примерили то, что дано было нам. Сиреневая ночь над тобой свела, а черная прочь руки отвела. Сиреневая ночь снова нас найдет, а черная прочь души разведет.